Садимся в удобное положение. Скрещиваем ноги, закрываем глаза. Три движения плечами вверх, назад, вниз. Затылок чуть подаем назад. Макушкой вытягиваемся вверх. Настраиваемся на практику. Дыхание уджая, легкое сжатие голосовой щели. Понемножку удлиняем вдохи и выдохи. Каждый вдох от копчика медленно поднимаем по позвоночнику до макушки. Каждый выдох, внимание, возвращаем от макушки обратно вниз в копчик. В течение всей практики часть внимания остается на дыхании. Желательно дышать уджай. Ладони соединяем перед грудью намасте. Один раз пропеваем мантру, глубокий вдох. Открываем глаза, вдох, вытягиваемся вверх за руками, выдох, наклоняемся вперед, приподнимаемся, расплетаем ноги, ложимся на спину, подтягиваем бедра к животу, плотно подтягиваем бедра к животу, плечи уводим от ушей, поднимаем ноги вверх, руки разводим в стороны, кладем ладони на пол, стопы на себя. И начинаем в ритме дыхания уводить ноги влево, возвращать вверх, ноги вправо, возвращать вверх. Джатхара Паривартанасана. Выдох, ноги в сторону, вдох, возвращаем ноги. Выдох, ноги в стороны, вдох, возвращаем вверх. Ноги оставляем четко вместе, плотно ноги сжаты вместе, колени вместе, пятки вместе. Если необходимо упростить практику, слегка подгибаем ноги в коленях, но четко оставляем их сжатыми вместе. Если нагрузка слишком интенсивная, уменьшаем амплитуду, подгибаем колени. Больше вот сюда, больше вот сюда. Больше вот сюда. Уджай с нами. С самого начала практики мы дышим уджай. Оставляем ноги вверху, вводим руки за голову, прямые ладонями вверх, на шее плеч. Поясницу прижимаем к полу, медленно, плавно опускаем ноги вниз, не касаясь пола, и медленно, плавно возвращаем ноги вверх. Ноги возвращаем четко вертикально, не уводя их на себя. Тело вытянуто, руки продолжают вытягиваться назад, лицо расслаблено. Стараемся не опускать ноги так низко, чтобы поясница начинала уходить в неконтролируемый прогиб. Чувство вытяжения по всему телу. Постоянно ладони тянутся назад, стопы тянутся от себя туда. Удлиняя все тело. Хорошо. Уводим ноги за голову к ладоням. Мягкий перекат, скрещиваем ноги, отбрасываем ноги назад, ложимся на живот. Вытягиваемся.
ладони к плечевым суставам. Со вдохом поднимаемся, с выдохом опускаемся. С самого начала практики движемся в ритме дыхания. Ощущаем, как каждый вдох поднимает нас вверх, как на каждом выдохе мы плавно контролируем и опускаемся вниз. Голову не запрокидываем, шея – продолжение грудного отдела позвоночника. Движения более плавные, не резкие. Юджай, уджай. Опускаем на пол ладони, вдох собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Расправляемся в собаке мордой вниз. Вытягиваемся. Разворачиваемся правым боком вниз. Боковые виньясы. Опускаем таз, поднимаем. Акцент больше на работу нижнего бока. Мы рукой тоже толкаемся в пол, естественно. Но больше ощущение, как мы нижним боком себя поднимаем вверх, выгибаясь в дугу в верхнем положении. Упор на прямых руках, верхняя планка. В простом варианте колени опускаем на пол, отжимаемся. Не очень быстро. Плавные движения. Не проваливаясь в пояснице. Лучше с колени, но сохранив поясницу под контролем. Хорошо. Упор на левой руке. Продолжаем дышать уджайи, боковые виньясы здесь. Базовый вариант разминки, задействующий все основные группы мышц. И снова верхняя планка. Ну и еще 10 отжиманий. Сделав по-честному только 10 отжиманий, переходим собаку мордой вниз и мягко пружиним в плечах. Хорошо. Правая нога, широкий шаг вперед. Нога сзади на пальцах. Руки на правое бедро. Пружиним. Грудная клетка больше расправлена, нога сзади прямая. И больше акцент заводим в вытяжение передней поверхности задней ноги. Чуть по амплитуднее можно двигаться, что? Конечно. Скручиваемся, продолжаем. Левая рука остается на бедре, правая рука назад. И больше работу заводим в заднюю, в прямую ногу. Поднимаем руки вверх. Максимальная амплитуда, тогда так. Максимально доступная. Хорошо, руки на пол и шаг назад, виньяса живота вниз. Чатуранга, прогиб и перекат назад. Левая нога вперед. Стопы на параллельных прямых, чтобы мы были устойчивы. Движение вниз, вверх. Да, можно с небольшой амплитуды начинать.
И все время чувствовать, как работает задняя прямая нога. Чувство вытяжения больше заводить в заднюю ногу. Еще подверни, чтобы вот сюда, прямо ты сюда пыталась уйти больше. Скручиваемся. Левая рука на крестец. Продолжаем движение уже чуть более амплитудно. Лен, чуть больше ногу выпрямляй сзади. Да, низинец к полу. Раскручиваемся, руки вверх, продолжаем, но на максимальной амплитуде. Отлично, руки на пол, виньяса живота вниз. Правая нога вперед, заднее колено на пол. И перекаты вперед-назад. Естественно, вдох нас уводит вперед, выдох нас уводит назад. И постоянное ощущение, что дыхание управляет движением тела. Из вдоха рождается движение вперед. Выдох меня тащит назад. Сгибаем ногу, шаг назад, виньяса живота вниз. Левая нога вперед, правое колено на пол. Движение. Дыхание не прерывается. Отслеживайте. Для этого есть уджая у нас. И лучше, чтобы внутреннее ощущение от уджая не менялось. Оно не ускоряется, не замедляется. Оно не становится более интенсивным, а потом менее интенсивным. Это ровная нить дыхания. Лен, голову поднимай. Раскрывайся больше во время. Мы же вот сюда движемся. Леночка, Леночка, вот смотри, вот. Вот когда ты сгибаешь ногу, ну конечно. Хорошо. Назад. Виньяса. Поднимаем правую ногу, раскрываем таз. И дальше в лебеде, в динамике. Вдох, колено вперед, еще больше раскрылись. Выдох, нога вверх-назад. Когда мы поднимаем ногу вверх, противоположную пятку тянем к полу максимально. Вдох, раскрываемся больше. Выдох, таз расправлен, пятка к полу. Больше развернись вот здесь, вот, да. А тут пятку прям тяни к полу. Конечно, конечно, да. Хорошо, собака мордой вниз, другая нога вверх. И то же самое с левой ногой в ритме дыхания. Уджая вдох меня тащит вперед, раскрывает. Уджая выдох уводит ногу назад вверх, а пятка опорной ноги к полу с усилием, чтобы в икроножной мышце все почувствовать. Хорошо. Обычная собака мордой вниз. Дыхание уджай. Поймали очередной выдох. Подшагиваем вперед. Стопы на ширине таза. Опускаемся, наклоняемся. Уводим руки за спину, мягко пружиним. После этого захватываем руками затылок и тянем голову вниз, вытягивая шею. Постепенно можно довыпрямлять ноги в коленях, если хватает гибкости. Подсгибаем ноги в коленях и мягко волной по позвоночнику поднимаемся вверх за руками. Выдох, стопы соединяем вместе в начале коврика.
переходим к приветствию солнца. Уджай, снова вдох, выдох. Три цикла стандартного сурья намаскар, самого простого. Вдох, руки вверх. Выдох, наклоняемся вниз. Вдох, смотрим вперед. Выдох, отшагиваем или отпрыгиваем. Вдох, прогибаемся. Выдох, собака мордой вниз. Стандартный базовый вариант комплекса приветствия солнцу. Фиксируем Адха Мукха Шванасану, несколько дыхательных циклов. Пятки немного наружу. Пальцы рук расправлены, и средние пальцы смотрят четко вперед. Фундамент, по крайней мере, отстраиваем сразу четко, чтобы стопы и ладони сразу работали правильно. Каждый выдох немножечко удлиняем на фоне уджая. С очередным вдохом подходим или подпрыгиваем к рукам, взгляд вперед. Выдох, наклоняемся. Вдох, тянемся вверх за руками без поясничного прогиба. Опускаем руки. Второй цикл из трех. Вдох вверх. Выдох, наклон. Вдох, взгляд вперед. Выдох, чатуранга. Прогибаемся, вдох. И перекат назад. Фиксация собаки мордой вниз. И дышим, дышим, дышим. Очень четко отслеживаем, что в момент перехода с динамики на статику дыхание не прерывается. Оно текло, прогиб, наклон, прогиб, наклон. И когда я зафиксировал собаку мордой вниз, ощущение, что дыхание прервалось, не должно возникнуть. Я просто на выдохе длинным вышел в собаку, из нее родился вдох, из этого, вернее, выдоха родился вдох, оттуда выдох, но все это уже внутри статики. И когда мы дальше сейчас будем переходить опять в динамику, мы опять же отслеживаем, что дыхание продолжает нести наше тело, независимо от того, это фиксация или это движение. С очередным вдохом подходим или подпрыгиваем взгляд вперед. Выдох, наклон живот к бедрам. Вдох, тянемся вверх за руками. Опускаем руки. И самостоятельно третий цикл. Поехали. Уджай вслед за дыханием. Тело вслед за дыханием. Фиксация собаки мордой вниз. Вперед немножко поставь. Ну, ничего, нормально. Ну, покрасивенько. Плечи от ушей, естественно. Шея расслаблена. Проверяем периодически, что шея расслаблена, либо покрутив головой влево и вправо, либо так покачав ее немножечко, как индусы делают. Самостоятельно завершаем цикл. Не теряем уджая. Немножечко видоизмененный сурья намаскар бим. Сгибаем колени уткатасана. Выдох, наклон. Вдох, взгляд вперед. Выдох, чатуранга. Собака головой вверх и вниз. Правая нога, широкий шаг. Упрощенная первая вира. Вдох, руки вверх. Длинный выдох, заднее колено на пол. Глубокий вдох, прогиб. Руки через стороны на пол, шаг назад, чатуранга. Прогиб. Назад. Левая нога, широкий шаг вперед, нога сзади, прямая, вдох. Заднее колено на пол, выдох. Глубокий вдох, прогиб. Руки через стороны на пол, шаг назад. Собака мордой вверх и собака мордой вниз. Фиксируем собаку мордой вниз, предплечье опустив на пол, параллельно длинным краям коврика. Получается собака мордой вниз на предплечьях. Продолжаем дышать. Отслеживаем, что тело чуть более вертикально по отношению к гравитации. Поменялись немножко внутренние ощущения в позе. Одновременно обе руки выпрямляем в обычную собаку мордой вниз. И завершая первый цикл из трех, подпрыгиваем к рукам. Выдох, наклоняемся. Сгибаем колени уткатасана. И переходим в тадасану. Второй цикл из трех. –
Уткатасана вдох, Уттанасана выдох. Взгляд вперед, Чатуранга, собака вверх, собака вниз. Правая нога вперед, силовой широкий шаг. Заднее колено на пол. Даем себе время это прочувствовать. Вдох, хороший прогиб. Выдох, руки через стороны на пол. Шаг назад. И левая нога точно так же. Силовой широкий шаг. Выдох, колено на пол. Вдох, гибкостной широкий шаг. Руки через стороны на пол с выдохом. До собаки мордой вниз. И предплечье опускаем на пол. Продолжаем работать. Меняются ощущения в плечах по-другому. Немножечко все. Плечи-то мы продолжаем наружу уводить, так чтобы шея была расслаблена. Лицо сохраняем расслабленным. Дыхание остается с нами, никуда не пропадает. Обе руки одновременно выпрямляем. И завершая второй цикл, подпрыгиваем вперед. Выдох, наклоняемся. Сгибаем колени Уткатасана. Вышли в Тадасану. И третий такой же цикл. Вдох. Выдох. Взгляд вперед. Чатуранга. Можно в своем ритме делать. Можно вместе со мной. Правая вперед. Колено. Прогиб. И назад. А потом с левой ногой. В итоге мы переходим собаку мордой вниз, и все остаемся в ней, предплечья опустив на пол. Немножко удлиняем выдохи. Во время выдоха поджимаем низ живота, поджимаем тазовое дно. Одновременно руки выпрямляем. И завершаем цикл. Вперед. Наклон. Уткатасана. И вышли в Тадасану. Возвращаем себе осознание Уджая, легкое шипение в горле. Ставим стопы на шейный таз. Поднимаем руки вверх. Берем левой рукой. Нет, давайте правой рукой берем левое запястье. Правой рукой левое запястье. Смещаем таз влево, правую пятку поднимая вверх. И с выдохом наклоняемся вправо. Фиксация. Ощущение, что пятка поднимается максимально. Для этого нужно таз сильнее сместить влево. Да-да-да, чуть-чуть. Угу. Сильно-сильно сжимаем справа область печени. Очередной вдох, плавно поднимаемся вверх, меняем переплетение рук и меняем направление наклона. Таз вправо, левая пятка вверх и с выдохом наклон влево. Обе ноги идеально прямые, сильное сжатие области желудка, поджелудочной железы и селезенки. Именно в сторону таз чуть больше. Да. Хорошо, возвращаемся в центр. Обе пятки поднимаем вверх, опираемся руками сзади в крестец и выталкиваем руками таз вперед, вытягивая поясницу больше. Дышим. Пятки на пол. Вдох, более глубокий прогиб. Выдох, тело параллельно полу выстраиваем. Горизонтальный наклон. Чуть-чуть руками заворачиваем бедра внутрь. Как следствие, расширяем крестец, седалищная кость немножко назад в сторону уходит.
И вес больше в пятки, руки вперед, параллельно полу. Полный вариант, артха уттанасана силовой. Чем больше вес пойдет назад, тем легче станут руки. Руками тянемся вперед и вниз, вперед больше вниз, вперед больше вниз. Кончики пальцев рук в итоге опускаем на пол. Максимально далеко от стоп. А дальше еще больше назад уводим вес и стопы на себя. При этом руками еще отползаем на пол сантиметр, но вперед. Тазом тянемся назад, животом к бедрам. Хорошо. Опускаем пальцы, поднимаем пятки вверх. И переплетаем предплечье перед собой. Вытягиваемся вниз. Пятки повыше. Если получается, локтями касаемся голени. Чуть скругляя спину тогда получается для этого. Да. Угу. Оставляя пятки в воздухе, опускаем на пол ладони и бакасана. Первый подход. Колени под мышки. Вес тела смещаем вперед. Простой вариант, мы одну ногу оставляем на полу. В полном варианте четко подтягиваем пятки к ягодицам. Плечи уводим назад. Вытягиваем шею. Без прыжка стопы на пол, на ширине плеч. Ладони на колени. Сгибаем ноги. Локти уводим больше вперед. Глубокий вдох, расправляемся. И с выдохом прижимаем живот к бедрам, как будто мы пытаемся нижними ребрами прямо за колени зацепиться. И локти максимально вперед, подбородок на грудь. Хорошее вытяжение спины, такое самовытяжение. Сохраняя спину прямой, насколько возможно, правой рукой уходим под правое колено. Левая рука вверх, скручиваемся, делаем замок за спиной и уже хорошенько скрутившись, довыпрямляем ноги в коленях. В идеале мы полностью выпрямили ноги, особенно, естественно, правую ногу. И внутреннюю часть правой стопы больше давим в пол. Больше подтягиваем внутреннюю часть правого колена, там наше внимание. Поворот корпуса качественный, поворот головы. Возвращаемся в центр, самовытяжение, ладони на колени, локти вперед, то же самое все. Вдох, потянулись, выдох, живот на бедра, подбородок на грудь. И дальше левой рукой под левое колено уходим. Правая рука вверх, замок сзади. Вначале хорошенько скручиваемся. И затем уже довыпрямляем ноги, насколько получается. В идеале полностью прямые ноги. Внутренняя часть левой стопы к полу. И внутренняя часть левого колена максимально подтянута. А седалищными костями стремимся в потолок. Раскручиваемся, возвращаемся в центр, вытягиваемся, локти вперед. Опускаем на пол ладони, второй подход к бакасане. Стоим в бакасане, если получается легко, то поворачиваем голову вправо. Центр, влево. В центр. Подбородок опускаем на грудь. И опускаем стопы на пол вместе уже. Ладони на колени, локти вперед. Вытянулись. И дальше левый локоть заводим за правую ногу. В простом варианте ладонь на ладонь. Если получается, делаем замок сзади. И тогда, может быть, довыпрямляем колени. Вариант достаточно интенсивный.
Если получаемся, движемся в эту сторону. Если нет, то продолжаем фиксировать вариант более простой. Ладонь на ладонь, тогда больше давит. Возвращаемся в центр. Самовытяжение в центре. То же самое. Вдох. Локти максимально вперед. Спина вытянулась. И с выдохом в другую сторону скрутка. Заводим правый локоть за левую ногу. Ладонью давим на ладонь одинаково сильно. Нижняя на верхнюю, верхняя на нижнюю. Полный вариант захвата из-за спины. Выпрямляем колени. Дышим. Хорошо. Возвращаемся в центр, вытягиваемся. Вдох. И третий подход к бакасане. Если получается, опускаем голову на пол и поднимаем ноги вверх, делая короткую фиксацию саламба ширшасаны 2, стойку на голове. И потом пробуем вернуться обратно в бакасану. Если пока это нереально, продолжаем стоять в обычном варианте бакасаны. Надо пробовать. Даже если не получается, надо пробовать. Понятно, во время месячных делать это не надо. Если проблемы есть в шее, тоже делать этого сейчас не стоит. Хорошо. Дорабатываем свой вариант более сложный всегда. Можно чуть подольше. Опускаемся. Стопы достаточно широко. Ныряем ладонями под стопы, так, чтобы пальцы ног стали на запястье. Вдох, вытягиваемся. И с выдохом падхастасана. Глубокий наклон. Вытягиваемся максимально вниз, дышим ровно через нос. Хорошо. Уводим руки из-под ног. Мягко волной поднимаемся вверх за руками. Опускаем руки. Ставим в тадасану.